Всем привет! В этом видео я вам хочу показать, что можно вязать из остатков. Здесь у меня пошла 50 грамм пряжи, даже, грубо говоря, не 50, а 48 грамм. Здесь у меня полушерсть. Я не помню, какая пряжа, но шапка у меня получилась осенне-весенней, не зимней. Вот. Опять хотела пробовать эти клетки, мне очень нравится, смотрите, очень красиво получилось, на мой взгляд. На шапку тоже очень актуально, можно делать разные цвета, разные клетки, и почему бы нет, еще 50 грамм пряжа ушла, и я очень рада, потому что у меня уже собиралась целый продуктовый пакет, который есть, там килограмма 3 точно, наверное, есть остатки, мне это уже настораживает, потому что, думаю, еще больше и больше будет куда девать, поэтому я решила вязать хоть какие-то вещи, можно подарить, можно просто так отдавать, всегда есть кому отдавать, почему бы нет. Это мы вяжем для нас эти остатки, эти шапки, носочки. Наверное, они не так важны, как мы знаем, вяжем и нам нипочем. А если человек не вяжет, это не занимается этим делом. Если подаришь, даже очень будут они рады. Я вязала эту шапку для старшего внука. Он у меня светленький, мне кажется, эти цвета очень даже хорошо будет ему. Просто, что жалко, что не могу на него мерить. Они не приезжают ко мне, потому что сами знаете почему. А потом уже летом жарко будет, не буду этот мерить. Я просто хотела показать, что можно вязать из 50 грамм остатков и какие клетки можно вязать и как хорошо будет выглядеть. Конечно, сейчас уже не актуально, но все равно осенью можно или подарить, или кому-то вязать. Почему бы нет? Я хочу остатки все вязать, потому что, хотя у меня есть кое-какие проекты есть, у меня кое-какие пряжи есть. Ну, я начинала пока что от остатков, пока настроение такое, как раз магазин у нас не работает пряжа, чтобы что-то купить, буду вязать остатки и вам показать. Смотрите, здесь отворот обычный, совсем лицевой кладь, смотрите, мне нравится, как выглядит, и макушку закрыла 4 клины здесь, просто-напросто. Не хотела уже бубон делать, вот, мне очень нравится. И здесь всего лишь даже 50 грамм нету, без 2 грамм, по-моему. Вот, мои дорогие, что могу сказать, держитесь, не болейте, вяжите, если у вас есть время, наверное, у всех сейчас время куча есть, вязание очень помогает, нервы успокаивать. Ну, лично у меня так. И результат всегда радует глаз и греет людей, почему бы нет. Поэтому вяжите, вяжите как я, вяжите еще лучше. Всем пока, до новых встреч!